Всем привет, дорогие друзья! Территория нашего края богата бескрайними степями, полями, реками, озерами, ну и, конечно же, морями. Мы живем практически на стыке двух морей – Черного и Азовского. И поэтому перед выездом на поисковые работы всегда ломаешь голову – куда же сегодня поехать? Вчера было принято решение прокатиться в одно место примерно в 50 километрах от Анапы, недалеко от Азовского моря, и это было нашей ошибкой. Когда мы выезжали рано утром, температура воздуха на побережье Черного моря была около 13 градусов с плюсом. Подъезжая к намеченному месту, мы с ужасом наблюдали, как температура бортового термометра автомобиля катастрофически падала к нулю, и на подъезде к месту остановилась на плюс 1,5 градуса. Вы, конечно, скажете, нормально, тепло. Нет, ребята, при ветре с порывами до 18 метров на открытом месте это уже ненормально. Короче, нас хватило примерно минут на 40, и мы развернулись и уехали обратно в теплый южный город. Всем привет, ребята. Не поверите, середина декабря, 2020 год, естественно. Сзади, видите, вон за мной, зеленая поляна. Это не озимы, это просто вот она растет. Фух, сегодня что-то ходим с ребятами и по лесам, и по полям. Забрели вот на такую вот, такое место. Тут вот какие-то стройки непонятные в лесу. Вот, ну и сама полянка вон та, вон зелененькая. Сейчас я пойду там похожу. Ребята убежали в лес. Куда-то туда. Пользуясь случаем, с наступающим Новым годом. У нас, ребята, сегодня 13 число, 13 декабря, жара пипец, плюс 16. Вот такая находочка, ребята. А вот скажи, мой друг, какое у тебя самое счастливое число? 11. А сегодня у нас какое? 13. Но ты у нас самый лучший. Ну-ка засвети, что там он надыбал. О, ребята, видите, две монеты. Одна античная, вторая империя. А мы ни черта не нашли. А у него, ребята, легендарный Гаррет. Thank you.